Одинцовские единороссы подвели итоги работы за 2019 год. Участники съезда – 160 делегатов из первичных отделений округа. В общественной приемной вместе с местными депутатами встречи с жителями проводят парламентарии Мособлдумы Лариса Лазутина, Дмитрий Голубков и депутат Госдумы Оксана Пушкина. За год через приемную поступило около 300 обращений. Окружные депутаты включились в работу всего лишь 3 месяца назад и за это время рассмотрели более 30 заявлений. Вопросы, которые рассматривались на приеме, это и благоустройство, и жилищно-коммунальное хозяйство, социальная поддержка, жилье, строительство, образование, вопросы здравоохранения. Муниципальная реформа – важное событие уходящего партийного года. По итогам голосования в многомандатных избирательных округах из 30 мест в Совете депутатов 23 получила партия «Единая Россия». Одним из критериев эффективного функционирования фракции стала работа в программе «Избиратель депутата», где депутаты ежедневно размещают информацию о своей ежедневной деятельности. Сегодня эта работа налажена, все депутаты включены в процесс, и каждый избиратель может посмотреть, где был его депутат, с кем провел встречу, какие обсуждались вопросы, в каких проектах были задействованы. За год проведено более 270 мероприятий в рамках 17 партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда», «Детский спорт», «Здоровое будущее», «Историческая память», «Народный контроль», «Новая школа» и другие. Одинцовское местное отделение занимает лидирующие позиции в рейтинге Подмосковья, входит в первую десятку. Перед одинцовскими единороссами стоит задача войти в тройку лидеров. Но самое главное – работа со своими избирателями. Это лучшее доказательство эффективности. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».